Окей, у нас идет щит. И это щит, который... Да, вот такой щит. У нас он был, и так с ним билд и не получился толком. Попробуем еще раз этот аспект. Хотя, возможно, мне лучше со стандартным аспектом поиграть. Честно, я этот аспект не очень понял. Давай мне обычный. Вот, рикошетящий щит намного проще. Окей, пошли. Стандартный щит. Рикошетящий. С обычными атаками. И, да, еще есть рывок быка. Можешь начать с другим даром, потом взять зуб. А. А я даже не знаю, какой я дар хочу с этим щитом. Я пока не шарю в щите, потому что мы первый забег делали с обычным щитом, а потом мы уже взяли что-то другое. А, тот, который с аспектом щит, который я не понял. Разбег быка может использовать мощный выстрел, который нанесет плюс 300% урона, отпустив подходящий момент. Понял. Особый удар может ударить до 6 дополнительных врагов до возвращения. Разбег быка кидает снаряд, который пронзает врагов, наносит 80% урона. Ну, типа мы можем вместо аспекта быка сделать стреляющий щит. Проблема в том, что аспект быка, он как что считается? Как дополнительный выстрел? Я мог бы взять... Ну, мощный выстрел точно их. Тут либо вот... Щит, который бьет до 6 дополнительных врагов, но я не знаю, насколько это эффективно. Давай попробуем стреляющий аспект быка. По большому счету мы превратили щит в лук. Ну да. Все, комментариев других нет, мы превратили щит в лук. Единственное отличие в том, что этот лук при... Пока ты его заряжаешь, блокирует выстрелы, правильно? Вопрос. Как? Чем считается аспект быка? Ну, не аспект быка, а рывок быка. Он считается атакой? Или это что-то особое? Какие на него бонусы брать? Нам точно не нужно ничего, что... много урона много раз наносить. Например, стрелы здесь будут не очень хороши. Атака усиливается, наносит шанс крита. Самонаводящийся бросок. Очень хорошая штука, кстати. Особый удар — это бросок щита. Да, это атака. Просто атака. Ну, мы посмотрим. Если будут криты идти, то значит, это именно атака и будет работать. Ну, сейчас мы узнаем, в общем, через пару выстрелов. Да, крит только что, по-моему, был, поэтому делаем вид, что аспект БК — это все-таки считается атакой, и на нее все бонусы к атаке работают. Окей. Я взорвался. Слушай, мне очень нравится то, что по большому счету это лук, но когда ты лук используешь, ты как раз уязвим во время зарядки лука. Здесь ничего подобного. Здесь наоборот, во время зарядки ты, ну, не уязвим. Есть короткий момент между двумя выстрелами, когда ты можешь получить урон, походу. Йоу, ближайшие враги тоже получают урон. Бросок может отражать удары. Особый удар становится сильнее, может отражать удары. Знаешь что, дай мне эпический талант на отражение урона во врагов. Я говорил, ну я в принципе все еще думаю, что
Ну, эффекты при получении урона обычно в рогаликах мэ. И здесь, наверное, тоже мэ. Но он эпический, поэтому я не сдержался. И еще большое преимущество перед луком. Ну, перед... Мы сейчас рассматриваем... Я сейчас рассматриваю своим, со своей нубской точки зрения, абсолютно не шарящей в игре, обычный лук, который заряжается. Лука намного меньше область поражения, чем у быка. Хилка, врата хаоса, берем. А, у меня бонуса на хаос нету, ну наплевать. С черепами это элитки. Понял? Они наносят больше урона. И жирнее, да? Хм, а если я щит брошу, я могу? Нет, я не могу делать... Я не могу делать удар быка, пока у меня не вернулся щит. Понял. Что это за игра? Здравствуйте. Игра Hades. Darkness. Так, плюс один выстрел неинтересно. Тьма и усиление броска. Скорость передвижения снижается на 56%. Чего? Не надо. Спасибо. Ну, усиление броска, я не знаю. Может быть полезно, а количество врагов наплевать вначале. Арес, Афина. Не Афина, Афродита. Ну, ослабление от Афродиты может быть неплохо. Просто я не знаю, что я от Ареса могу хотеть. На атаку у нас уже взяты криты. Типа. Я решил взять Афину. Я просто не знаю, что мы будем от Ареса брать. Урон оставляет желать лучшего у этой атаки. Мы всегда можем сделать вот так. Нам не обязательно все время стоять и стрелять. Мы можем просто атаковать обычными ударами. Фишка этого выстрела в том, что мы не получаем урон, пока мы его заряжаем. Это медленно будет, если мы что-то не сделаем с этим билдом. Рывок наносит урон, ослабляет. Снижение урона от врагов. Получи частичное сопротивление урону, наносимому ближайшими врагами. А, да, мне ослабление на рывке. Я буду брать просто все эпические навыки. И вся проблема. Медленно, но верно называется билд. Хотя в этом же билде на щит есть, ну, у этого же щита есть еще одна дальнобойная атака, которая, возможно, даже эффективнее, которая рикошетит. Интересно, а если взять увеличение, например, скорости атаки, то увеличится ли скорость зарядки этого быка? Никто не знает. Не обязательно полностью заряжать. Кстати, да, тоже правда. Ловушки, моя любимая. Знаешь, в чем проблема? У него нет автонаведения. Поэтому на геймпаде сложно наводить.
Я не знаю, сколько тысяч лет мы так будем убивать гидру. Мое предположение около 3. Очень медленно. Да, что тут такое? С другой стороны, мы... Ну, мы не получаем урона. Мы получаем урон от... Вы скажете, как это вы не получаете урона, если у вас хп нет? Нифига. Мы получаем урон в основном от ловушек. Кстати, а вот я взял бонус на крит. А если бы я взял, что атака, например, может отражать удары? О, господи. Я внезапно чихнул. Если бы я взял, что атака может отражать удары, вот это было бы, наверное, реально круто. Дабы при этом выстрелили все выстрелы противника, которые впереди, они бы летели обратно в него. Окей, знаешь что, я попробую на клаве мыши поиграть. Это правая кнопка выстрел, это атака, если его зажимать. А то, что я на геймпаде не могу попасть ни хрена. Пробел — это рывок. Сейчас поэкспериментируем. Пересяду на клаву мышу. Так, хилка при входе в зал. Редкость дара будет улучшена. Благодарю вас. И магазин нам не интересен. Ты взял бонус на крит, поэтому хаос втройне полезней. А почему, какой хаос отношение к криту имеет? Прямое? У него бонусы на атаку. Ну так-то да. Опять она. Каждый раз. Окей, она нас пробивает периодически. Я надеялся, что она вообще нас пробивать не будет. Надо к ней вовремя поворачиваться. Окей, пересаживаться на клаву мыши — это была плохая идея. Я уже настолько привык на геймпаде играть, что мне неудобно с клавой мыши. Надо переучиваться. А я не хочу. Где она? Не можешь меня пробить, у меня щит. Ну, так можешь, да. Ничего не могу сказать. Провтыканный РС в самом начале. А, господи. Не защищает щит от массовых атак. От атак, которые ты не блокируешь щитом, тоже, да, не очень хорошо защищает. Ну, в принципе, работает кривовато. Glad that's over. My boom from chaos is transformed. Окей, так, у нас закончился дебаф хаоса. У нас что там на одну комнату еще действует? А, это на один дар действует. Хилка. А у нас дополнительная воскрешалка. Она действует, кстати? Наверное. Да, зуб действует еще. Should I take the trade? Слушай, я продаю вот это вот. Это смешно. 145 золота. Да, это был эпический навык, но
Враги получают урон, когда ты получаешь урон. Ха-ха-ха. Может, на боссах это хорошо, я не знаю. Мне кажется, не очень нужно. Хилки я покупать не буду. Погнали. Я говорил, что ты до гидры не дойдешь. Ну, мы еще не проиграли. У нас еще два воскрешения есть. Поэтому... все шансы гиду пройти. А вдруг этот, на самом деле, этот странный стреляющий щит окажется рецептом к успеху. Никогда не можешь знать, где повезет. Help. Да, правильно. Выстреливать в последний момент, как раз перед тем, как выстрел противника к тебе подлетает, это самое то. Окей. По-моему, мне надо спасать. Особый удар становится сильнее, может отражать удары. Бросок наносит урон, может отражать удары. И опять же урон. Берем бонус на особый удар. Нам же не обязательно фокусироваться на чем-то одном, правильно? Мы можем разные бонусы брать. Абсолютно разные. Сюда Twitch мод? Нет, спасибо, не нужно. Теперь у нас бросок щита отражает удар. И наносит увеличенный урон, да? Геймплей. Экшн. Но зато из преимуществ. Они нас не пробивают. Чувствуешь, на каком-нибудь Тесее нам, наверное, капец будет. Хотя, опять же, у меня главная проблема — это копье Тесея. А если мои выстрелы попадают в... если его выстрел копья будет мне в щит попадать, тогда мне без разницы. Правильно? Неуязвимо отражаешь атаки. Атаки с отражением делают врагов беззащитными. И... йоу-йоу-йоу, восстанавливает нам один заряд неповиновения смерти. Отлично. Слушай, ну насколько отличается, например, геймплей с этим билдом? С другими билдами, это, конечно, очень круто. Но опять же, бонус в копилку Хейдеса, что ты можешь... что ты не всегда должен бегать с ближнебойной атакой или с луком или с чем-то. Ты можешь делать вот такое чудо. По-моему, оно нихера не рабочее, это чудо. По-моему, полная хрень. Потому что... убийство врагов занимает около 3 миллионов лет. Это
что-то другое. Так билд, как знаешь, билд на соевое молоко в Айзеке. Он веселый, но бесполезный. Хотя при некоторых обстоятельствах соевое молоко может быть мега сильным. Да, господи. Пожалуйста. Ура. Мы убили его. Афина. Ну, Афина это наши криты. Вдруг там какой-то хороший бонус на крит будет. Нужно что? Чудо на зарядку щита. В смысле, чтобы он быстрее заряжался? А, мой бог. Чтобы щит быстрее заряжался, да? Вау, мы наносим 0 урона. Ад. Нет, это абсолютно несерьезно. Вот сейчас я вижу, что это несерьезно. Что за жесть? Я не сдаюсь. Хочу обратить внимание, никаких сдаваний. Я намерен победить. Я не успеваю зарядить его. Вау, мы это сделали. Нам нужна помощь. Стрела, зов. Увеличенный урон крита для всех умений. Метка. Пытаешься полностью зарядить. Да, но если его полностью не заряжать, он не будет далеко лететь. Он будет, у него будет короткая дальность полета. Нужна антиброня. Да уж. I'll make every strike count. Next island. Окей, я понял. Вплотную не надо так сильно заряжаться. Я услышал. Знаешь что, мы можем просто использовать, например, особый удар. И все. Я могу не использовать основную обилку. По-моему, это работает лучше. Да. Золотые урны. Халявные хилки? Нет. Окей, сейчас мы возьмем Гермеса, и Гермес нам дробнет ускорение атаки. Ну или что-то типа того. И мы будем щит заряжать за пару секунд, и все будет отлично.
Бросок становится быстрее. Ты можешь уклониться. Понятно. Все ясно. Не будет. Ну. Одну секунду. Один момент. Так. Все. Погнали. Ну, гидра. Сейчас посмотрим, кто из нас круче. Ты или я. Я вон, смотри, заряжаю щит. Ты так умеешь? Я думал, что не умеешь. Что мне нравится в этом билде? Вообще ничего не надо делать. Надо просто стоять на месте. Окей, не всегда. Слушай, а работает на самом деле. Просто, видимо, некоторые противники очень к нему устойчивы. Ай. И неудобно, что мне нужно зажимать на контроллере в передвижение в сторону противников, в сторону которого я атакую, у меня убили. То есть, соответственно, как только я отпускаю зарядку на контроллере, у меня чувак начинает двигаться в ту сторону, в которую я целился. А я не совсем хочу этого, если честно. Я бы предпочел, чтобы он стоял на месте. А, господи. То есть, если я, может быть, плохо объясняю, выбор направления стрельбы, это тоже та же, делается той же, тем же стиком на контроллере, которым и выбор направления передвижения. Так. Да что за хрень? Йоу, спасибо за донат 50. Спасибо тебе огромное. Is this real life? Is just a fantasy? Caught in the landslide, no escape from reality. Я не знаю эту песню, поэтому я спел ее только что неправильно. Спасибо тебе большое за донат, чувак. Слушай, интересный билд. Интересный, я думаю, что он может быть рабочий. Просто что я его плохо и неправильно использую. Но посмотри. Посмотри. Работает. Мы же почти убили гидру. Ай. Говорю, вот, блин, то как неудобно им пользоваться с контроллером этим билдом. Очень яура есть, но опыт протестские санкции, или юста пауэрбой, имеет на своем пати, бичал синий лес ученый, геусыго, литле лау, ана лай, то им блэус да есть и фиалы мастерками, тэнэ. Яу, спасибо за донат 50, спасибо тебе огромное. Open your eyes. Я не знаю эту песню.
Наверное. Может, знаю, но не узнаю. О, я же в 5 хп. Мы живы? Мы все еще живы. Это зуб. Йоу, спасибо тебе огромное за донат в 50. Спасибо, спасибо большое, чувак, за еще один донат, за все донаты. Спасибо огромное. Мама just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. But now I'm gone and thrown it all away. Okay, понял? Спасибо тебе за донаты, чувак, и за попытку скрасить этот забег, потому что забег, честно говоря, просто полный отстой. Ну, я думаю, это очевидно, этот бой в гидроме. Мы уже провтыкали все воскрешалки, которые у нас были, и я никогда больше не хочу видеть эту атаку просто в жизни. Я думаю, мы убьем гидру. Но это на уровне того билда на пулемет, который у нас был, где мне надо было перезаряжаться после каждой атаки. Вот примерно из той же конторы. Просто глаза мои не видели всю эту хрень. Мы сделали это. Мы убили гидру. Ноль проблем. Никаких сложностей. Когда ты заряжаешь, так стрелочка показывает, как далеко. Я вижу! Но она не может зарядиться меньше, чем наполовину. Там все равно... Я не могу ей как из пулемета стрелять из этой атаки. Все равно так. Что это за песня-то? Подожди. Дай я тебе загуглю сюда песню. А, это Bohemian Rhapsody. Надо мною тишина, небо. Полная дождя, точка дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Вот, как абсолютно некультурный в плане зарубежной музыки человек, вот эту песню я знаю. Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Я, честно, текст дальше не помню. Я раньше арию всю наизусть знал. Но я ее не слушал, наверное, несколько лет. Ну так, чтобы взять, сидеть и слушать арию. Спасибо, Йоу, за текст. Под холодный шепот звезды мы сожгли последний мост. И все в бездну сорвалось, точка свободная. Замолчи! Не порти песню. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост. И все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. У меня получается какой-то этот, знаешь, не совсем трезвый человек, который заказал мурку в баре и подпевает. Так, я знаю, мы меняем тактику. Я беру усиление колодцев Харона. Мы сейчас будем покупать в колодцах Харона бафы на урон. Конечно, их тут нет. Ну, врата хаоса,
И ХП при входе в зал. Мы попытаемся выжить всеми способами. Окей. В хаосе. Что-нибудь на увеличение урона. У нас реально сейчас урона не хватает. Легендарный. В следующих трех схватках убитые враги будут бросать в тебя адскую бомбу. После этого получи плюс один заряд неповиновения смерти. Ну. Я не думаю, что это нас спасет. Он, конечно, легендарный. Но нам нужен урон. Вот, атака наносит на 70% больше урона. Мы пропускаем легендарный навык, потому что, по-моему, он нам нахрен не нужен. Если прокнет NPC, то у тебя фулл заряды будут. Да, но нас это не спасет. Я бы мог с тобой быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Слушай, а на самом деле билд-то работает. Я помню, когда я Арию каждый день слушал. У меня тупо на телефоне были записаны все альбомы, и я тупо по кругу слушал. Круто было. В шуме ветра за спиной забуду голос твой. И о той любви земной, что нас сжигало в прах. Я сходил с ума, точка в моей душе, нет больше места для тебя. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой. И о той любви земной, что нас сжигало в прах. И я сходил с ума. В моей душе нет больше места для тебя. Я забыл, что значит страх. Точка, я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне. Чуваки, а чё в России Twitch Things забанен? Йоу, спасибо тебе огромное за донат и за то, что развлекаешь меня во время этого адского просто забега. Я тебе мега благодарен, чувак. Спасибо тебе большое. Ария крута. Я согласен с тобой. Ария, это очень хорошо. А, блин, записать себе на телефон Кипелова, послушать в конце концов. Чего я забил-то на него? Неизвестно. Никто не знает. И как раз вот во время таких забегов это то, что нужно. Все забанено? Ну, на Твиче есть специальная игра, где петь надо. Там стримеры друг с другом поют, но она забанена в России. Типа. Окей, у нас есть Дедал. Дедал? Я думал, это Гефест. Разбег быка наносит урон по броне. Разбег быка может использовать мощный выстрел. Разбег быка заряжается намного быстрее, но не отбрасывает врагов. Нам нужна, наверное, скорость зарядки. Да, урон по броне это классно, но нам нужна, наверное, я думаю, скорость зарядки для разбега быка. Ура! Он заряжается быстро. Я не могу в это поверить.
мы, возможно, будем живы. Йоу, Зевс. Ты можешь обычной атакой всех бить, да, но зачем, если я могу вот так делать? Ой. Help. О, это будет большая проблема. Эта комната, в принципе, будет огромной проблемой. Щит блокирует бабочек, да. Но выстрел не убивает бабочек. Жесть. Полный П. Это было прекрасно. Чат, аплодисменты. Йоу, спасибо тебе огромное за донат в целых 50. Спасибо тебе большое. Слушай, ты знаешь, мне тоже понравилось. Ну, не качество моего пения, но этот, в принципе, петь понравилось. Я ненавижу эту комнату. И да, я отвлекся немножко от ада, происходящего на нашем экране. Я надеюсь, хотя бы вам это доставляет удовольствие, то, что здесь происходит. Потому что я, конечно, в гробу видал. Такие забеги. Писец. Я в аду. Еще один выстрел. Просто сделай в него еще один выстрел, лол. Никак, да? Мы убили его. Ура. В общем, бабочки для нас это конец. Их невозможно заблокировать, но они блокируются, но херово. Кто стреляет меня сзади там, нахрен? А, один хп. Отлично. Ноль бравлял. Зов Зевса. Да я убиваю души героев. О, мой бог. Нет. Вау, это было круто. Спасибо колесницам за помощь. Это было классно. Очень необычный забег. Мне понравился. Ну, я никогда больше не хочу такой забег, но мне понравилось. С теоретической точки зрения. Понравилось то, что я увидел
что-то новое. Ну, ты знаешь, как по улице идешь, спотыкаешься, ломаешь ногу. И такой, о, блин, классно, никогда раньше ногу не ломал. Блин, новые ощущения, ничего не скажешь.